Югре проходит месячник по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Весь сентябрь жители округа могут узнать на открытых лекциях и консультациях, как избежать проблем с сердцем. Предупрежден – значит вооружен. Ведь на сегодняшний день сердечные заболевания – это основная причина смертности в мире. Что уже знают югорчане о болезнях сердца, как избежать проблем с мотором организма и что нужно делать для здоровья, спросим у них. Вы знаете признаки проблем с сердцем? Ладошки мокрые, ноги холодные. Так, еще что? Высокий пульс, наверное. Высокий пульс. Посинели губы, онемели пальцы. Так. Там отнимается рука. Отнимается рука, да. Все? Нет, еще что-нибудь. То есть те, которые не прям сейчас, не при приступе, например. Не знаю, может, отдышка, когда жжет. Жжет. С левой стороны. Так, еще что? Это прединфарктное состояние. Колит. Признаки заболевания сердца. А, с пульс нарушен. Как мерить пульс? Знаете? Часы есть такие. А знаете, как мерить пульс? Да. Как? Вот так. Минуту удара считать. Сюда прикладываем палец, засекаем время. Какое? Сколько? 30 секунд. 30 секунд. И что дальше? Считаем. Считаем, сколько за 30 секунд. И потом это число. Потом на 2 умножаем. Шикарно, действительно. А сколько должно быть у здорового человека? В районе 70 вроде бы. Время засекать. Сколько времени нужно засекать? Минута. И получается, должно быть у человека 60 ударов в минуту, по-моему. От 60 до 80 у мужчин, у женщин от 65 до 90 примерно. Что нужно делать, чтобы избежать заболеваний сердца? Надо двигаться, как я. Гуляю по утрам все. Работать? Я думаю. Помидоры, наверное, кушать. Спортом заниматься. Правильно питаться. Отдых. На море. Не употреблять спиртные напитки. Потрясающе. Не курить, Табач. Бегать, прыгать. Болезни сердца развиваются достаточно медленно, поэтому первыми признаками заболеваний могут быть головная боль, кашель, щемление в груди и скачущий пульс. Врачи-кардиологи рекомендуют не ждать, пока заболит сердце, а идти проверять прямо сейчас. Держите руку на пульсе и доброго вам утра!